Ансамбль русской песни «Россиянка» на масленичных гуляниях наделал много шума. Еще бы колоритные солистки в народных платках и поют про блины. В яркие краски площадь Куйбышева раскрасили и сами горожане, несмотря на пасмурную погоду в воскресенье. Кто-то надел кокошник, кто-то повесил баранки, а самые отчаянные решились покорить 6-метровый масленичный столб. Станислав Епифанов по столбам лазить не привык, но чего только не сделаешь ради любви. Я залез на столб, сделал селфи. Было не очень сложно. Посвящается своей любимой девушке. Пока одни покоряли столб, другие активно грелись танцами, водили хороводы под знакомые с детства песни. Пришли, потому что масленица. Вроде как традиция приходить на площадь. Интересно, нам очень нравится то, что продают всякие вещи, сделанные своими руками. Я считаю, что это хорошо, забавно, интересно. Приближали весну как могли. Выставка «Самарский скворечник» привлекала публику невероятными формами и цветами, казалось бы, привычных домиков для птиц. Наша такая задача, чтобы таких скворечников было больше, чтобы ребята их развешивали в школьных садах, в парках нашего города, чтобы перелетных птиц в нашем городе становилось все больше и больше. В этом году масленица, как на троне, восседала на удивительном арт-объекте – гигантской русской печке высотой почти в 10 метров. В целях безопасности чучело не сжигали, а все желающие смогли унести с собой кусочек праздника от города мастеров. Это куколки в народе называют масленицы. Сделаны из камыша, можно делать из соломы. Масленицу обычно в народе сжигают, но кладут туда записочки пожеланий и сжигается. Но можно ее использовать как оберег. Оберег хранится целый год, и в течение года ваши желания сбудутся. Праздники славянские, радость в каждый дом с песнями и плясками. Мы в весну пойдем. Две сцены, ярмарка мастеров, выставки, забавы молодецкие, игры. И самый настоящий праздник развернулся здесь, на самой большой площади Европы. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.